Блеск уже давно не ассоциируется с новогодними или вечерними нарядами. Сегодня в правильных объемах и определенных сочетаниях металлизированные фактуры украшают деловую капсулу гардероба и одежду для неформальных случаев. Блеск и спорт подружились давно. Свои идеи в формате спортшик дизайнеры предлагают и в этом сезоне. То, что раньше называлось трикотажем с люрексом, сегодня все чаще именуют фактурами. Но как бы все это ни именовалось, в современном гардеробе блеск присутствует неизменно.